Осень – сезон вирусов и простуд. В условиях пандемии внимание к собственному здоровью должно быть особенно пристальным. Об этом напомнил главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов. На встрече с коллективом НПО «Энергомаш» он рассказал о том, как защитить себя от коронавирусной инфекции. По словам Владислава Мирзонова, каждый сезон медики фиксируют новые штаммы COVID-19. Этой осенью выявили еще один – штамм «Дельта». Врач призывает не пренебрегать вакцинацией и поставить прививку как можно скорее. Поступающая вакцина, вот «Спутник Ви», она защищает в том числе хорошо и от штамма «Дельта». И надо вакцинироваться именно сейчас, вот в этот период затишья, чтобы сформировался иммунитет. Если вдруг пойдет подъем заболеваемости, то чтобы уже быть защищенным и не заболеть. Тем, кто сделал прививку от COVID-19 более полугода назад, врачи рекомендуют пройти ревакцинацию. На сегодняшний день в Химках привились уже 55% населения. Это 118 тысяч человек. Однако, чтобы победить пандемию, вакцинироваться должны 80% жителей.